Вот эту теорию контуров очень важно понимать и в бизнесе, и в отношениях, и везде. У кого большой бизнес, да, очень часто вот люди, которые фронт-офис, они прошли 1000 тренингов, а топ-менеджер не один. Да, потому что на топ-менеджера жалко, а он же ближний круг, а те все прошли. Поэтому очень часто мы родителей не ценим, а бежим там к друзьям или к коллегам, там, и они нам намного ценнее, чем там жена или еще кто-то. Жена, кстати, в первом контуре в идеале должна быть. И муж тоже в первом контуре должен быть в идеале. В идеальной семье вот, как бы жена и муж должны быть в одном контуре. Они должны отклеиться от родителей и создать свой контур свой вдвоем. И вот это, ну, как бы в идеале. Родители должны выйти на второй контур, но мама всегда против. Да. Угу. И с этой мамой непонятно, что делать, дай бог ей здоровья. Вот, и очень большая проблема, когда оба как бы партнера не сепарированы. Тогда получается война Монтеки и Капулетти. Они начинают между собой ругаться постоянно. И на самом деле это не муж женой ругаются, а это свекровка с тещей. Просто через их рот. Ну, угу. Вот. И поэтому очень важно еще раз отпустить сына. Если ты взрослый, ну как бы если тебе больше 20 лет, и ты живешь с родителями, собери вещи и уйди. Если твоему сыну больше там 20 лет, и он еще живет с тобой, собери вещи и выгони. И знаете, вот это у меня на тренинг, когда женщина пришла, и у нее дочка все замуж не выходила. И я прям настоятельно говорил, выгони. Она говорила, Игорь, ты что, ты, это моя кровинушка, как я ее выгоню. А ты хочешь, чтобы она всю жизнь с тобой жила? Он говорит, нет, она же выйдет замуж. Я говорю, как она выйдет замуж, если она живет с тобой? Он говорит, думаешь? Я говорю, ну да, это был август. Она думала что-то долго. В сентябре домой пришла, говорит, дочь, с 1 января ты живешь одна. Ну, в смысле, ты уходишь. А дочка такая, да, конечно, мама. 1 января наступило, дочь приходит домой, Новый год она вспраздновала, и вещи стоят. Она говорит, мама, это кто-то уезжает? Нет, ты уезжаешь. Она вышла замуж, короче, по-моему, в марте, что ли. Меня на свадьбу позвали. Понимаете, кто думает, что замуж выйти долго, ну, 3 месяца нормально.